Вот что-то я доволен этому Динарику. Сегодня в разведке. Столько мы проходили пешком. Тут, ребят, тут следы на следах, вдоль и поперек. Как они тут ходили, я не знаю. Лампочку нашел сейчас, только что, прикиньте. Целая лампочка. Друзья, топтанное, перетоптанное поле. Я не знаю, за этих два дня тут, наверное, ленивый сюда не доехал. Смотрите, у нас еще есть Динарик. Сейчас в этом месте мы походим, попробуем покрутиться. Поищем, может, еще будут какие-то находки. Смотрите, не переключайтесь, будет интересно. Друзья, всем привет, это новый выпуск канала «В поисках золота Украина». Выбрался я с другом в лес, в разведку. Ходим, я не знаю, прошли мы километров, может, 5-7. Вот такая вот местность. И есть у нас у друга первая находочка. Зацените, что вывалилось. Просто нереально здоровенный наконечник. Скорее всего, с копья, а может быть и со стрелы. Сейчас в этом месте мы походим, попробуем покрутиться. Поищем, может, еще будут какие-то находки. Смотрите, не переключайтесь, будет интересно. Закончили, друзья, мы в лесу с разведкой. Переехали в ночь на поле. Это Коляныч там ходит. В общем, перепахали подсолнух. Перепахали подсолнух. Перед нами тут прошлось, наверное, человек 20. В общем, мы с Коляном приехали в ночь. И есть у меня, друзья, находочка. Я даже не ожидал, я вам честно скажу. Я думал, что здесь уже, ну, просто ничего нету. Здесь столько людей прошло. Просто жесть. Зацените, Динарик мне вывалился. Фаустина младшая. Фаустина младшая. Ой, как хорошо. Я, честно говоря, даже не надеялся здесь что-то найти. Легендочка, ничего такая. Нормально. Как-то вам так подсветить, чтобы было видно. Сейчас поближе как-то попробую. Во. Динарик, друзья. Динарик. Почти 2000 лет монете. Отлично. Я уже думал с этого места уходить, идти куда-то дальше. Думаю, ну пройдусь еще разочек. Прошелся. Фаустинка выпала. Круто. Вот что-то я доволен этому Динарику. Сегодня в разведке столько мы проходили пешком, что просто капец. Ну, есть наконечник зато со стрелы. И нашли два хутора. Ну, разведка, можно сказать, удалась. Причем два хутора не копанных вообще. Ну ладно, это все лирика. Забираем Фаустинку. Идем дальше, друзья, искать. Смотрите. Коляныч там, он светит мне в глаза. Будем тут ходить, походим, в общем, поищем. Должно что-то быть. Смотрите, не переключайтесь. Друзья, топтанное, перетоптанное поле. Я не знаю, за этих два дня тут, наверное, ленивый сюда не доехал. Смотрите, у нас еще есть Динарик. И неплохой, я вам хочу сказать, и неплохой. Комод или что это? Антонин. Не знаю, или комод, или Аврелий. Мне на Аврелия больше похож. Сейчас легенду посмотрим. Ой, хорошенький какой. Какой? Отсвечивает фонарик. Блин, не видно ничего. О, какой хорошенький Динарик. Ну... Отличненько, я вам скажу. Отлично.
Топчусь я. Вон, Коляныч там бродит. Колян! Еще один! Тут, ребят, тут следы на следах, вдоль и поперек. Как они тут ходили, я не знаю. В общем, блин, не видно ничего. Фокус. Фокус-покус. О, так, что у нас там по времени? 19:57. 8 часов. Походим еще немножко. Походим, в общем. Будки до находки. Вы все увидите. Смотрите, не переключайтесь. Нормально. Идем дальше искать. Друзья, я с 6 часов на ногах. Сейчас у нас 8 часов вечера. И уже очень порядочно устал. Давайте посмотрим, что мне удалось сегодня откопать. И будем, наверное, закругляться. И я поеду домой отдыхать. Значит, шмурдяка накопал немножко. Ну, много накопал. Это такой интересный шмурдяк. Конину вот выкопал. Давно, кстати, не попадалась конина. Нашли мы два хутора в лесу. И оттуда вытащил конину. Но мы там быстренько пробежались и ушли. Лампочку нашел. Вот сейчас только что, прикиньте. Целая лампочка. Волосок целый. Не знаю, нужна она мне, не нужна. Сейчас, наверное, уже такие и не используют никуда. Может, в жигулях в каких-то в габаритах. Вот такую штуку нашел прикольную. Не знаю, часть обломана. Какое-то украшение было, наверное, интерьером мебели. Значит, по монетам что у нас? Ранних советов накопал. Это позднее, это раннее. Копеечка, кстати, ничего такая. Сейчас не фокусирует ничего. 27-й год. Ничего ясенькая копеечка. Так, вот империя какая-то. Только что вывалилась. Не знаю. Даже мыть не хочу. Кусочек серебра, по-моему. Вот это. Ну и два динарика, друзья. Два динарика. Я, честно говоря, не ожидал. Я сюда ехал без надежд вообще каких-то, потому что два дня перепашки. В субботу я начали пахать. Вчера, сегодня тут просто сотни людей прошли. Ну, видите, оказывается, выбитых мест не бывает. Надо ходить, выхаживать. И что ж мы походили тут с Калином? Мы походили тут буквально, ну, часа 2-3, может быть, от силы. Вот такие, в общем, ребят, находки. Что-то накопалось. Будем дальше ездить. Кому понравилось видео, ставьте жирные лайки. Пишите комментарии. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. А мы будем ездить, копать и радовать вас новыми видео. Всем удачи, ребята. Всем пока. Буду еще идти к машине. Если будут какие-то находки, посмотрим. Все увидите.